мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В Киеве прошло очередное заседание Совета министров обороны стран СНГ. 5 июля в Кызыл прибыли министры оборонного ведомства Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполкома и рабочих органов СНГ. В качестве почетного гостя на саммите присутствовал министр обороны Монголии. На саммите рассматривался комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности. Среди обсуждаемых тем – развитие сотрудничества в области полевой, воздушной и морской выучки, военного образования, физической подготовки и спорта. В частности, министры обсудили приоритеты военного сотрудничества стран-содружества до 2020 года, проведение армейских международных игр «Армия-2018» и совместного компьютерного командно-штабного учения «Объединенная система противовоздушной обороны. Региональная безопасность-2018». Также развитие сотрудничества дружественных армий в области физподготовки и спорта. На заседании обсудили вопросы, касающиеся проведения оперативно-тактического командно-штабного учения войск противовоздушной обороны «Чистое небо-2018», взаимодействие в области применения беспилотной авиации, развитие сотрудничества в сфере гидрометеорологии и в области единой системы государственного радиолокационного опознавания. Кроме того, были рассмотрены вопросы об ассоциации высших военно-учебных заведений стран СНГ, о состоянии безопасности полетов авиации вооруженных сил за 2017 год, а также ряд организационных и финансовых вопросов. Напомним, до Тувы последнее заседание Совета министров обороны СНГ состоялось в Душанбе осенью 2017 года. Неподалеку от Чаохоля начала работу археологическая экспедиция из Санкт-Петербурга. Ученые обнаружили уникальный памятник эпохи древнего народа хунну, захоронение примерно 2 века до нашей эры. Экспедиция приступила к раскопкам в зоне Саяно-Шишинского водохранилища в Чаохольском районе, в зоне затопления в 14 километрах от одноименного села. Сейчас вода ушла, но нужно торопиться, ведь через месяц здесь вновь образуется озеро. Аналогичные памятники в Туве были неизвестны. Обнаружили их случайно, помогла вода, из-за которой могилы вышли на поверхность. Народ хунну появился на территории Тувы во 2 веке до нашей эры. Это кочевое племя, создавшее империю от Дальнего Востока до Запада, по всей Восточной Евразии. Начальник Тувинской археологической экспедиции Института истории и материальной культуры Марина Килуновская отмечает, все могильники богатые, не разграблены. Чаще всего здесь встречаются женские останки. Отличаются они от мужских тем, что в женских могилах есть украшения, а в мужских главным элементом является бляшка от пояса. Предположительно, носили ее охотники или воины. Вход в Саянский каньон Енисея – это путь в Минусинскую котловину. Именно здесь много археологических памятников, крепости, городища и пещеры. С 2010 года проводится регулярный мониторинг берегов водохранилища. В этом году поездка в Туву стала возможной благодаря поддержке Русского географического общества. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тувы в целях контроля за обстановкой на территории набережной Кызыла, также профилактики распития спиртных напитков в береговой зоне реки Енисей и недопущения нахождения несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых, проводит патрулирование на участке скульптурный комплекс «Центр Азии», велодорожка, коммунальный мост. В течение 4-часового рейда выявлены лица, употребляющие спиртные напитки. Непосредственно вблизи Енисея с береговой зоны были выведены 32 человека. Патрулирование береговой зоны продолжится сегодня. Игра перешла в реальность. Horror Quest Black Hole. Жутко страшно. 999-999-1317. Возрастные ограничения 18+. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то Тува ТВ. Мой
Морин-Хур, ИГИЛ и духовые инструменты – таковы направления 8-й международной творческой лаборатории имени Константина Тамдына. 8-й год подряд Республиканская школа искусств имени Ростислава Кинденбиля открывает международную творческую лабораторию. Более 70 юных учащихся музыкальных школ Тувы, Красноярского края и Монголии в начале июня приехали в Кызыл, чтобы научиться играть на новых инструментах, подружиться с творческими ребятами с других регионов. Творческая лаборатория, конечно, это детище предыдущего нашего директора Тимура Дартаколовича Тулуш, потому что он сам музыкант, он сам руководил духовым оркестром. Для него было очень важно, чтобы наши дети не только во время учебного процесса занимались, но после учебного года, во время каникул, чтобы они занимались творчеством. И главная цель, конечно, чтобы они все сидели, музицировали вместе коллективным музицированием. То есть жить с разными детьми из разных регионов, учиться вместе контактировать и также учиться вместе жить в интернате. Лаборатория названа именем Константина Тамдына, который был замечательным музыкантом и педагогом-просветителем. Он оставил глубокий след в истории Тувы. В советские времена Тамдын был одним из немногих, кто ценил и развивал национальное музыкальное искусство Тувы, передавая свои знания молодому поколению, отмечает директор школы. Лаборатория с самого начала, она не называлась Константина Тамдына, она была просто творческая музыкальная лаборатория, но как дань уважения. Можно сказать, дань уважения. Тимур Дартаколович, посоветовавшись тогда, конечно, со многими музыкантами, так как он сам тоже руководил духовым оркестром, он сам духовик, он сам играл на саксофоне. В дань уважения к этому артисту, конечно, музыканту конного духового оркестра, который у нас был, он, Константин Тамдын, он был одним из музыкантов конного духового оркестра. Среди участников юные музыканты из Улангома, города Ирба, Красноярского края, Хавуаксы и Сугаксы, а также Хандагайты. В первый же день состоялось распределение по группам, духовые инструменты и ИГИЛ и Морин-Хур. Музыка в лаборатории не утихает. Ребята готовятся к отчетному концерту лаборатории. Ежедневно проводится подробный разбор композиций, которые будут звучать на гала-концерте. Тринадцать молодых врачей-фтизиатров, заключивших трудовые договоры с противотуберкулезным диспансером в 2016-2017 годах, в соответствии с постановлением правительства Тувы получили компенсационные выплаты. Размер выплат составил 150 тысяч рублей на каждого. Постановления правительства приняты в целях привлечения специалистов в противотуберкулезную службу и борьбы с распространением туберкулеза. Средства выделены из республиканского бюджета. В целях социальной защиты работников противотуберкулезной службы республики впервые за несколько лет после экономического кризиса выделено 1200 тысяч рублей на обеспечение молоком работников противотуберкулезной службы по 250 граммов в день. Правительством Тувы принимаются также меры по предоставлению мест в детских садах для детей работников фтизиатрической службы. Национальный музей Тувы и Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации в рамках проекта «Дни армейской культуры» подготовили к началу саммита министров обороны СНГ выставку в честь столетия Красной Армии. В церемонии открытия выставки, состоявшейся, напомню, 5 июня, приняли участие министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу и глава Тувы Шалбан Караул, а также главы военных ведомств СНГ. В масштабную экспозицию вошли плакаты из фондов Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации,
Федерации, фотовыставка «Армия России», работы студии военных художников имени Грекова, военная историческая библиотека Генштаба ВС России представила уникальные и редкие издания из своих раритетных фондов, включающие карты и схемы азиатской части России. Примечательно, что впервые широкой публике представлена выставка личных работ Сергея Шойгу. Это изделия из дерева, вазы, шкатулки, скульптуры. Как отметили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации, особого внимания заслуживают работы, выполненные в жанрах графики и живописи. Полезный обед сегодня вновь приготовил Гранд Холл столичный для победителя квеста «Замес майонез». Напомним, что квест проводит радиостанция «Голос Азии» ежедневно по будням. Если и вы хотите принять в нем участие, то вам необходимо выполнить несколько условий. Первое – разгадать загадку квеста, в которой зашифровано местоположение подарка. Второе – приехать туда первым и сказать оператору кодовую фразу «Замес майонез». И третье – забрать подарок. А вот и тот счастливчик, который сегодня получил свою бесплатную порцию здорового питания от партнера квеста Гранд Холла столичный. Замес майонез. Вот ваш приз. Спасибо. Роллы. И пожелания, пожалуйста, радиослушателям. Спасибо вам большое за... Нет, за суши и радиослушателям. Хорошего лета, отдыха и счастья. Кстати, для всех желающих у столичного есть пакеты дневного, пятиразового, правильного питания по 1300 калорий и правильным соотношением жиров, белков и углеводов. Стоимость завтрака, полдника, обеда, перекуса и ужина всего 500 рублей. Подробности узнавайте в эфире радио «Голос Азии» на 102.5 FM. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. 8 июня в республике ожидается малооблачная погода, средняя температура воздуха плюс 25 градусов. В столице утром плюс 19, днем плюс 25, плюс 27. Геомагнитное поле в Кызыле спокойное, атмосферное давление останется в своей норме. Ветер преимущественно северного направления с редкими поворотами на северо-запад. Его сила будет достигать от 5 до 7 метров в секунду. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.